сегодня суббота, вон там на балконе кто-то делает уборку. Доброе утро. Вид с нашего балкона. Вот такая шикарная, прекрасная елка. А вот обратите внимание на лимоны. И с этой стороны у нас рассвет. Время 9 утра. Солнышко сегодня. Это очень радует. Вот такие у меня тапочки на подошве резиновые. Очень мне в них хорошо и тепло. Здесь у нас еще стоял стол. Но мы занесли его Алисе в комнату, чтобы делать уроки. Вот такая обстановочка. В Турции 14 января. Всех поздравляю со Старым Новым Годом. Сейчас мы будем завтракать. Вот у нас тут пальма, елка. Вон шишки, кстати, вижу. Красота, да и только. Так. Ну, рум-тур показывать уже не буду. Вот это наш зал совместно с кухней. Посудомойка, холодильник, раковина, микроволновка, чайник, кофеварка, плита. Здесь мы обедаем, завтракаем. Три дивана. Дети здесь бесятся, играют, поэтому в таком состоянии подушки. Телевизор, который мы вообще не включаем. Много-много окон. В Турции во всех окнах есть вот такие жалюзи. Они открываются, закрываются. Летом помогает сохранять прохладу в квартире. Ну, вот здесь, видите, тянешь за веревочку, и вот она открыта. А эту мы не открывали. На всех-всех окнах. Кроме балкона и двери. Здесь есть вот такая штора. Сейчас мы будем варить вкусный кофе. Какой у нас? Starbucks. Да, ты говорил? Гриль даже есть. Сегодня у нас Нескафе. А, Нескафе? Да, не хочу варить кофе. Ну ладно, спасибо. А я хотела, чтобы ты показал, как варить кофе. Ну, я не хочу сейчас. Так, ну вот смотрите. Это я привозила гостинцы мужу. Колбаска с салями. Колбаска сырокопченая. Это друзьям. Нужно передать две палки колбасы. И вот такая колбаска еще. Сыр вот такой кусок. Это местный, очень вкусный. Местные вкусные сосиски. Вот эти самые вкусные сосиски. Самые вкусные в мире огурцы, помидоры. Но про еду буду рассказывать завтра, потому что завтра воскресенье, мы идем на рынок. Покажу вам цены, что продают и так далее. Вот они, суслики. Суслики смотрят планшет, мультики. Здесь я включила уже утром обогреватель, чтобы просто погреть после ночи. Вот так открывается окно. Вот так тянет за веревочку. Одной рукой неудобно. Вот так вот. И такая красота. И здесь то же самое. Вот так вот. А вон там мечеть видно за елкой. Смотрите, листья даже не опадают здесь. Чуть-чуть. Желтеют и все. Закрываем. Свет выключаем. У Кирюхи вот такая комната с постерами супергероев. Видите, мебели особо нет. Тумбочка, кровать. Эта кровать снизу достается. Можно еще одно спальное место. Так, ну что, идем дальше к Алисе в комнату.
Вот Алисе принесли стол с балкона. Это стул, чтобы сидела я рядом. Здесь она делает уроки, шкаф. В шкафу вся детская одежда. Ее кровать. И то же самое. Нужно открыть окно. И вот наша спальня. Двуспальная, очень удобная кровать. Она такая вот твердая. И ты не проваливаешься, не пружинишь. Прям ложишься и сразу вырубаешься. Я сплю здесь и как нигде, как никогда. Просто ложусь, и все, и меня нет. И вот здесь наш шкаф. Летом пригодится нам вентилятор, пылесос. Ну вот обогреватель мы включаем только вечером перед сном. Все, мы его сейчас уже не включали. Вот я спала в футболке, а сейчас надела легкую домашнюю кофту. Все, никто тут с холоду не помирает. Здесь у нас балкон. Сейчас я его открою. Здесь стоит еще один стол маленький. А, вот еще сколько табуреточек у нас. 4 табуреточки. Здесь можно сушить белье у нас. Сегодня нужно это сделать, нужно постирать, потому что пока нет дождей, нужно это высушить. А вот здесь за 2 месяца построился новый дом. Видите, его достраивают. Я ни разу не слышала за 3 дня звуков стройки. А вот это конгресс-холл. Сразу же за домом. Вот уже все сразу же постирали, уже сушат все белье сегодня, смотрите. Мне тоже надо. Также у нас в гостиной кондиционер. Вот 28 градусов. Жара. Сейчас мы немножко согреемся и выключим. Так, ладно, сегодня у нас не вареный кофе, а растворимый. Вот такое молоко называется. Сют это молоко по-турецки. Мы готовы пойти гулять. Сегодня у нас будут спортивные костюмы и сверху жилетка. Все. Сегодня тепло. И без шапок. Я немножко отекшая, у меня кашель, простуда на губе. В общем, полный набор. Смотри, мам, какие лимоны огромные. Так, мы ждем, когда у нас достирается машинка, мы повесим белье и уходим. Ой, какой воздух, какой свежий морской воздух. Солнышко. Вот солнышко сейчас заходит за этот дом, а дальше днем оно будет здесь. И я на этом балконе буду загорать. Я тоже. Вот тут вот солнце днем как раз прям попадает. Иди, заходи. Ну выходи, ты в тапках, ты же не в тапках. На улице сегодня красота, комфортная погода, теплая, ни жарко, ни холодно. Мараба! Мараба, киса! Ой, испугались, а что это вы такие пугливые? Ой. Так, а вот и лимон, который растет под нашим окном. Вид снизу. Мама, я он черный, может, и рыжий еще. Котенков, 4 кота. Пойдем, выходим. И этих маленьких собачонок. Покажите, дети, как вы гуляете в январе. Собака, кошек. Кирюш. Новые ветровки. Алиса вся такая красивая. Пойдем. Да. Надо Алисе купить солнечные очки. И Кирюхе, наверное, жилетку надо купить. А вот их кормят, котиков-то. Вот они. Кушают. Ты мой сладкий согласен. Ничего. Ну покажи животик. Покажи животик. Где у тебя животик? Ай-яй-яй-яй. Кусака ты, кусака. Мама, забери. Скажи, Кися, дай. Да, она вон царапается и кусается. Crossed your grace in love and light. Fire and flame for a long time. With that sparkle in our eyes. The years fly by, but we can't stop.
Нет, не холодная. Так, мы сидим как настоящие турки по субботам, воскресеньям. У них у всех пикник. Вот, смотрите, у них столы, стулья. Они привозят их сюда, садятся, пьют чай из термоса, кушают и наслаждаются своей страной, морем, побережьем. Мы зашли в супермаркет, купили вот такие мини-кексы лимонные с маком. Очень вкусные, свежайшие, просто тает во рту. Стоила пачка рублей 40. Газировка стоила по 35 рублей. У Алисы Липтон. Кирюхе тоже Липтон лимонный. А у нас кола с опционочкой. Погода просто шикарнейшая. Вот сейчас я буду загорать ногами и лицом. То бледная, как поганка. Сегодня выходной. Вон там люди купаются, вся семья, вон там мужчина с детьми, он только что вышел из моря. Море, как видите, волнуется, бушует. Жара, очень жарко. Алиса, вот разделась уже. Загорайте. Где еще быть такую погоду, да? Конечно, на море. И очень много спортсменов. Все бегают, бегают. Народу мало, кстати говоря. Кирилл полюбил газировку. Раньше вообще не мог пить пузырики, да, Кирилл? Алиса у нас деловая. Это вообще без пузырька. Без газиков. А, это без газиков, это чай. Надо трубочки брать. Пальмочки мои любимые. Детский сад в сборе. Кирилл, смотри, пожалуйста. Вот такие тарелочки. Здесь и порция это взрослая, у детей поменьше будет. У тебя курица какая? В сливочном соусе? Да. Макароны и салат. У каждого все одинаково, только отличается наполнением курицы. Разные соусы. Я взяла себе карри. Есть и чили, и острые, и томатные, всякие барбекю. А салат и макароны папа, одинаковые. Я хочу это запеченная картошка. Я тебе взял апельсиновый сок. Какой? Апельсиновый. Я так тоже себе апельсиновый взяла, папа. Разве? Натуральный, да, из апельсина. А, смотри-ка. Битва. А вот Кирюхина порция маленькая. Здесь вместо салата морковка и курочка. Вкусная, как шашлык. Кушай. Бери вилку. Апельсиновый сок. Фреш. Апельсин. Так, а вот моя порция. Курица карри, макароны и салатик. Кирилл, а вы еще сзади собака идет.
Спокойно, сиди, ешь, бери. Вилку не обращай внимания, тебя никто трогать не будет. Вы справились, мы еще справились, еще у нас шубу взяли, все, ладно. Мама все съела. Ну как? Похож на ряженку. Да? Да. Только не такую сладкую просто. Угу. Очень похож на ряженку. Вот, будем знать. Вот такой оранжевый. Парк Богачай, это район Хурма. Шли-шли пешком, поняли, что мы прошли только половину пути, а сил уже не остается. Сейчас вызываем две машины такси, доезжаем до туда на такси. Там погуляем, поиграем, посмотрим на закат и поедем домой. Такие планы. Турецкая музыка играет, кто-то вживую поет под гитару, народ отдыхает. Также в Турции во многих местах установлены вот такие аппараты для вызова такси. Нажимаете на кнопочку и ждете на остановке. Куда вы едете? А, ты сейчас как? Хурма Богачай. Ага. Марава. В нашей дружной компании мы приехали в парк. Здесь протекает горная речка. Почему горная? Да, горная. Там же горы, вот там горы, вот они. Там горы. Сверху с мостика кинешь. Так, идем на какую-то супер-пупер огромную детскую площадку. Посмотрим сейчас на масштабы. А Кирюхе лишь бы что-нибудь кинуть в речку. Опа! Вот она течет. И маленькие пальмочки растут, смотри. Ива, ива, да, плакучая? Да. Ива, да. А здесь, наверное, бобры. Точно, бобры. Бобруху будешь? Это называется бога. 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 Ну и что, это суперплощадка, что ли? Ну так, обычная площадка. Тоже набережная, типа, вообще. Только не на море, а на реке. А где море, подожди? Мы шли, шли. А вон там? Да, а, река впадает в море. Река впадает в море, вон перед нами. Мост один, мост второй. И вот они, горы. Рыбаки, кошки, дети. И вот здесь будет закат. Тоже такая набережная, видите, ровная-ровная. На роликах, на велосипедах, на самокатах. Идеально, с колясками. И свежий-свежий воздух. А, вон там чайки, кстати, собрались. Детская площадка с видом
на горы.